something. Oh, sorry, I forgot to bring treats, but good girl. This must be Ai Wei's jeep. He can't be far. Bolin and I will investigate the Misty Palms Oasis and see if he's holed up there. Yes, I love it when you talk like a cop. I'm coming too. No, you and Asami wait here in case he comes back. Besides, we don't want to call too much attention to ourselves. All right. Ooh, Mako, 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 we should wear disguises and pretend we're going undercover. That way, no one will recognize us. Ha-ha! Police work is so exciting! Naga, что-то нашла! Ой, прости, я забыла взять лакомство, но ты умница. Наверное, это джип Ай Вэя. Он где-то недалеко. Мы с Болином осмотрим оазис туманных пальм. Вдруг он окопался там. Да, ты настоящий полицейский. Я тоже пойду. Нет, ты и Асами будете ждать здесь. Вдруг он вернется, и потом мы не хотим привлекать внимание. Хорошо. О, Мака, Мака, Мака! Мы наденем маскировочные костюмы, тогда нас никто не узнает! Ха-ха! Быть полицейским круто! Эй, ребята! Нага что-то нашла! О, Нага, прости, я забыла вкусняшки. Ну ты хорошая девочка. Не сомневаюсь, это джип Ай Вэя. Он вряд ли бы далеко ушел. Тогда мы с Болином пойдем осматривать долину туманных пальм. Вдруг он окопался там. Ох да, наконец-то Марко включил режим детектива. Я пойду с вами. Нет, вы и Асай будете ждать здесь. Вдруг он вернется, и мы не хотим привлекать лишнее внимание. Хорошо. Мака, Мака, мне есть идея. Два, наденем маскировку, и нас никто не узнает. Ха-ха, быть детективом круто!